Евангелие от Луки, 2 глава, 4 стиха. Вот, я буду читать, наверное, чуть выше, по 19 стих. Поскольку это длинный текст, я не буду сразу все читать, я буду читать отрывками и давать объяснение. Первое отрывок, который мне надо. Вот, в те дни вышли от Кесаря, это первый стих, Августа, повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квирния Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарет, в Иудеи, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и пеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Кесарь Августа встал однажды и принял решение сделать перепись. Потому что перепись заставила Иосифа и Марию перемещаться в Вифлеем. Вообще-то этот перепись не нужна была. Бог поднял Кесаря Августа и вложил в него мысли делать перепись с одной только целью – перемещать Иосифа и Марию в Вифлеем. Когда я это увидел, я перестал расстраиваться некоторыми эпизодами моей жизни, где меня заставили что-то делать, когда я не планировал, я не хотел, неудобно, но настолько требуется, что делаешь. А потом, когда приходишь туда, обнаруживаешь, ой, это здесь же было Божье чудо. Оказывается, Бог работает через, часто работает, часто двигается через обстоятельства в жизни, которые не зависят от нас. Но вспомним Иосифа, когда его продали братья. Вот смотрите, его продают измаилитянам. Кто такой измаилитянам? Это дети Измаиля. Кто такой Измаил? Это сын Авраама. Получается, что его покупают измаилитяне. Я был против рождения Измаила. Но если бы не было измаилитяне, некому было купить Иосифа, некому было его переместить в Египет, и там он не спас бы Израиля. Когда Иосиф услышал про приказы Кесаря Августа, наверное, он помолился: «Бог, останови его! Моя жена беременная!» Наверное, он попросил разрешения не идти туда. И я пришел к выводу, что Бог для исполнять свои цели, он может двигать и политиков, и бизнес-империи, и погоду, и много чего, только для того, чтобы слово его исполнилось и сделалось точно так, как он обещал. Скажите со мной аминь. Но если Бог может использовать земные обстоятельства, то и дьявол тоже. Вот для рождения Иисуса Бог двигал Кесаря Августа. Дьявол двигал царя Ирода.
Заметьте, Ирод, он убил всех младенцев. Не потому, что у него была ненависть к младенцам. Он хотел убить одного младенца. Ради того, чтобы убить одного младенца, он убил всех младенцев. Вывод? Точно так же, как Бог может ради одного двигать горе, чтобы его план в твоей жизни исполнился, так и сатана, если ты стратегически важный человек, он может уничтожить много с целью достать одного. Второе. Шестой, седьмой стих написано так. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его. Место, называемое там. То есть Мария беременная, 9 месяцев. Ангел пришел, ей говорил, чудо, Боже мой, это от Бога. Но родить этого сына не могла в любом месте. Ей надо было оказаться в месте, которое я называю там. Тут мы понимаем, что там это было Вифлеем. Знаете ли вы, что есть много того, что Бог вложил в вашу жизнь, что не родится, не появится, не исполнится, не осуществится, пока вы не окажетесь там. Надо быть. Где надо быть? Где надо быть? Скажите, там. Заметьте, понятие «там» для Марии и Иосифа это было Вифлеем. Но опять же, это не потому, что место так называется. Место, называемое там для Марии и Иосифа, которое называется Вифлеем, на самом деле это было место, определенное Божьим Словом. То есть Бог сказал, он должен родиться Вифлеем. Притом, заметите, для нас место, называемое там, это то, что Богом по его слову определенное для нас. И между прочим, это там бывает в духовном плане, в твоих отношениях с Богом. Есть вещи, которые Бог тебе обещал, и они не осуществляются, пока ты не там, в твоих отношениях с Богом. Там бывает не только в духовном плане отношения с Богом, там бывает и в душе. Состояние твоей души не там. Иногда там на уровень ума, там на уровень развития, там на разных уровнях. Божья воля для тебя быть там во всех направлениях жизни. Иногда быть там означает простить кого-то. Иногда быть там означает благословить кого-то. Иногда быть там, это значит прийти к Богу и сказать, прости меня. Иногда быть там означает, она означает много чего. Вот я помню, один брат говорил, я людей ненавижу. Смотрю на него, думаю, если Бог когда-либо его призовет, ему придется прийти в место, называемое там. Для него означает любить людей. А уроки, которые Бог использует, заставляют тебя любить людей, они бывают болезненные. Только с одной целью, чтобы ты был там. Номер 3. Вот говорится здесь, с 8 стиха, в той стране были, та нам родила сына своего первенца, положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. То есть они только пришли и попали в ясли, а они не могли, они не нашли места в гостинице, поэтому они оказались там, где животные живут.
В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Говорит, вы найдете его, лежащего в яслах. И внезапно явилось ангелам многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Вот заметите, очень интересно такое сочетание: величественность и простота. Когда родился Иисус, если смотреть с точки зрения неба, такое явление никогда еще не было. Ангелы поют, прославление небесное. Говорится, великое воинство небесное. Я не думаю, что его увидел только пастухи. Мне кажется, большая часть земного шара увидели это явление. Весь мир двигался от рождения Иисуса с небесной стороны. Ангел пришел к пастухам. Землетрясение. А с физической точки зрения он в ясли. Земные обстоятельства не влияют на небесные планы и предназначения. Если мы судили от ясли, кем будет Иисус, то мы бы ему сказали: он будет бедным, нищим, слабым вообще. Но заметите, эти скромные обстоятельства рождения не отменили небесные планы. Это большой урок. Не ищи подтверждения в Божьих планах у земных вещей. Они редко бывают правдивыми указателями. И вот получается, он родился. А почему, вопрос возникает, вообще почему Иисус родился? Рождение Иисуса важно было, потому что это то, что сделало его подобно мне. Если бы Иисус, колесница небесная, привез его, высадил его в Вифлееме, и он начал шагать. Вы понимаете, он никогда бы не знал, что такое быть одиноким. Он никогда бы не понимал, что такое боль душевная, что такое боль телесная, что такое боль, что такое трудность, что такое провал, что такое не принимают тебя. Он бы это не понимал. Поэтому Библия говорит о нем: он должен был стать человеком подобно мне. Согласно к Евреям, 2 глава, 17-18 стих, Библия говорит, к Евреям 2, 17-18, он стал человеком, уподобился нам для того, чтобы он стал верным первосвященником, который сочувствует нам во всем. Искушаемый был во всем и победил, чтобы искушаемым помочь. Рождество – это начало первосвященства Иисуса. Это именно тогда он стал человеком. Он стал ограниченным для того, чтобы понимать Генри Мадава, который и так суперограниченным.
чтобы понимать тебя. А пастор Генри, меня вчера побил муж. Как Иисус может меня понимать? А его никогда не побил муж или жена. Вы мне скажите, вы когда-нибудь слышали истории, связанные с другими людьми, которые прошли через трудности? Вы слышали такие истории? И какая у вас была реакция? Вы никогда в этой истории сам не были. Но когда вам рассказали историю, вы оценили ситуацию, и вы даже заплакали. Хотя такое у вас лично никогда не было. Почему вы заплакали? А потому что Бог дал вам, как человек, способность понять других человеков. То, что мы не хотим понимать других людей, это не потому, что мы не способны. Мы очень способны. Мы плачем, когда мы смотрим кино. Хотя мы никогда не были в этих эпизодах. Просто мы умеем понять. И мы осознанно отказываемся понять. И вот Иисус, Он должен был стать подобным мне. Ему надо было пережить мои боли, боли души, боли разочарования в людях, боли в теле. Ему надо было, как человек, иметь нужду в помощи Духа Святого. Боли потери он должен был чувствовать для того, чтобы утешать меня во время, когда у меня будет потери. Я вспоминаю эпизод в его жизни, когда Библия говорит, с того дня многие ученики перестали за ним следовать. И он повернулся к 12 и сказал, а вы тоже уйдете? Это означает, что все тысячи остались только 12. Ему это было больно. Вы понимаете? Ему это надо было пережить, чтобы, когда я к нему приду со моими слезами, чтобы он сказал, Генри, бывает, садись, пей чай. Когда я читаю историю Иисуса, я учусь, как должен ходить человек, который любит Бога, ходит с Богом, знает Бога, знает Слово Божие. Когда он молится, учусь, как молится человек Божий. Как он двигался в силе, это для меня уроки, как двигаться в силе Божией. Потому что он ходил как человек. Когда ты молишься, помни Иисус, который является твоим ходатаем. Понимаете? Твой первосвященником, который стоит за тебя, за твои грехи, за твою жизнь, за твое спасение. Он тебя понимает, чувствует, сочувствует, тронут во всех параметрах. Ты не один. Вы знаете, сколько раз я очень хочу, чтобы люди меня понимали? У вас есть желание, чтобы вас понимали люди? У вас тоже такое странное желание, как у меня. Мы с вами похожи. Хочется, чтобы люди меня понимали, даже моргнул глаз, все поняли. Нет. Хочется, чтобы я объяснял с одного раза, и меня поняли. Хочется, чтобы поверили, что я искренне что-то говорю. И вы знаете, чему я научился? Есть одна личность, который понимает меня не с полслова, а когда я даже еще не подумал. Вы меня понимаете? Который знает, который верит, который в курсе. Я раньше расстраивался, когда кому-то что-то объясняю. Вот один. Нет, неправда. К
как неправда? Ты же я там был сам. Все равно неправда. Хочется взять человека, да, поднять до потолка, посадить опять и сказать, еще раз слушай. Но это не поменяет их мнение. Но вот Иисус. Ой-ой-ой-ой. Вот почему Он становится роднее иногда, чем кто-либо. Потому что Иисус, Он понимает, Он рядом, Он останется, Он поможет. И даже если отойдешь с этого мира, умрешь и уйдешь к Богу, это Он тебя встретит. Вы понимаете, это надежный сопутник, Спаситель. Здесь на земле и после земли. Люби Его, чти Его, служи Ему, поклоняйся Ему и посвящай свою жизнь Ему. Он достоин того. Скажите со мной аминь. Поэтому Он родился, написано, Спаситель. Ангели сказали, ибо родился в городе Давидовом Спаситель, Христос Божий. Вот заметьте, Он спасает. Скажите, Он спасает. Он не только меня понимает, слава Богу, что Он меня понимает. Многие люди могут понять, но они не спасают. А Он и понимает, и спасает, и решает, и нужные слова, и нужное время. Он мое все во всем. Поэтому смело к Нему прихожу. Понимает, спасает, я могу к Нему бежать. И Он меня услышит. Аллилуйя. Вот в 15 стихе по 18 написано так. Когда ангели отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслах. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. Что такое все слышавшие? Это не только Мария и Иосиф. Смотрите, первое, что сделали пастухи, они верили тому, что им сказали. Поэтому они побежали. Это наша главная проблема. Почему мы не видим полноту Божию в нашей жизни? Мы не торопимся верить тому, что нам говорит Бог. Мы сначала проводим через испытательного срока месяца. Потом второй продлевается испытательный срок на год. Потом частично мы верим. Потом начинаем испытательного срока дяди. Потом испытательного срока через тетю, через кумовей, через всех. И в конечном итоге мы не поверили. Будь человеком, как нас учит Рождество. Торопиться поверить. Я сам с этим боролся много раз. Когда Бог мне говорит, Генри, я призвал тебя, делай вот это. О, Господь, ты же понимаешь, как это? Я? Ты что? Ты ошибся. Вот это всегда моя борьба с Богом всю жизнь. Да, ты. Ну, Господь, ты можешь? Нет, не могу. Ты. Но ты можешь кого-то? Нет, другого нет, только ты. А Господь, ты понимаешь? Я понимаю. Иди. Я из тех, которые идут и спорят с Богом в пути. Я делаю, в конце концов. Я все делаю. Но все время с Богом мы спорим. Но я хочу вам сказать, давайте признак зрелости торопливо верить. Скажите аминь. Я сейчас уже более быстрее верю. Более торопливо верю. Они не только верили торопливо. Написано, они рассказали все, что увидели и услышали. Скажите, рассказали. Еще раз. Рождество говорит о том, что надо говорить.
А что говорить? То, что я вижу, и то, что я слышу. Смотрите, что делалось, когда они говорили. Дивились. То есть это было необычное послание. Они говорят, что вы говорите? Такое бывает разве? Да, а что было? Ангел пришел, летел над нами и говорил, ну вы вообще странные ребята. А это еще ничего. А потом целое небо было закрыто. Ангелы пели. Какие ангелы пели? Ну вот сегодня. Дивились. Неужели такое может быть? Послание об Иисусе до сих пор удивляет людей. Потому что оно необычное. До сих пор они говорят, неужели вы в такое верите? Неужели такое бывает? Неужели вы? Да. Все равно продолжайте говорить. У Евгения вследствие завала на шахте была гематома на голове, и сейчас она практически зашла. Здравствуйте. Вы работали на шахте? Я работал на шахте. Работал? Да. И что у вас было из-за этого? У меня завал был и в 81-м, а в 86-м у меня гематома. Так чтобы вы так смотрели, ребята, гематома. Стойте с этой стороны. Гематома вот. У меня была. Говорите в микрофоне это. С 86-го. Вот, года. Тогда все работает. И, короче, с 86-го вот до этого времени. Ну, сейчас я... Вот посмотрите, я, у меня сейчас ничего нету, белое. С 86-го года гематома. Посмотрите, я нагнулся. Это вы не могли делать? Нет, нет. Когда я нагинался, у меня кровь здесь была, в этого, показывалась. Сейчас у меня нету ничего. Да, не показывать еще раз. Давайте проверим. Да. Скажите мне, врачи пытались вам помочь как-то? Да, я пил в таблетки это самое. Это в 86-м году, это так давно. Ну да. Вы знаете, почему я люблю Иисуса? Вы не найдете нигде больницу, которая за минуту может убрать болезни, которая началась с 86-го года. Это только Иисус может такое делать. Давайте дадим Господу аплодисменты.